Тем временем из Восточной Гуты через гуманитарный коридор продолжают вывозить мирных жителей. Всего за понедельник опасную территорию покинули 17 семей. Это 76 человек, большинство из которых дети. Об этом сообщили в нашем центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Боевики при этом по-прежнему пытаются блокировать выходы из анклава и открывают огонь по мирным жителям.